Здравствуйте! В эфире Первого Ярославского программа «Я плюс спорт», в которой мы рассказываем о спортивной жизни нашей области. В студии Михаил Журавлев. На старте 5000 бегунов, причем не только российских. В Ярославле состоялось большое и, пожалуй, самое масштабное спортивное мероприятие осени – полумарафон «Золотое кольцо 2015». О медалях, победителях и просто хорошем настроении смотрите в нашем сюжете. На старте ярославского полумарафона более 5000 бегунов из 200 городов России и 13 зарубежных стран. Пока одни на 3 километра стартуют, остальные разминаются. Активнее, активнее, друзья, просыпаемся. Разминку проводит двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, бегунья Анна Альминова. Спортсменка знает, какие качества нужны для того, чтобы быть первым. Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. И те, у кого хватает достаточно целеустремленности, силы воли, трудолюбия, кто, невзирая на трудности, сложности, готов вставать каждый день на тренировку, тот добивается успеха. А вот и те, кто преодолел 3 километра. Я бегаю обычно 5 километров, поэтому не сложно. Также на стрелке развернулась зона мастер-классов. Здесь каждый желающий может найти себе спортивное занятие по душе. Это восточное единоборство, тяжелая атлетика, батуты, художественная гимнастика, акробатика и не только. Тяжелая атлетика снова набирает популярность, это здорово. Все хотят быть сильными снова, это радует. И поэтому штанги стоят для всех желающих. Просто важно быть здоровым, действительно. Здесь мы не только бегаем, но и показываем те виды спорта, которыми богата наша Ярославская область, по которым мы достигаем высоких результатов и на всероссийском, и на международном уровне. На сцене в это время выступают творческие коллективы, заряжая позитивом всех участников. Кстати, среди участников постарше в 10-километровой дистанции первым на финиш пришел 56-летний врач-рефлексотерапевт из Ярославля Олег Клюмин. Приятно чувствовать себя сильнее, чем там 400 человек сзади молодых. Первым на финише, преодолев самую сложную дистанцию в 21 километр, оказался студент из Санкт-Петербурга Артем Лобач. В Ярославле Артем первый раз, говорит, достопримечательности города пришлось рассматривать на бегу. Вообще классно, очень понравилась трасса. Очень светлая, поддержка большая у зрителей. Это очень удивляет, на самом деле. Это второй. Очень понравилась архитектура города. Вот. Бежишь и смотришь, даже не замечаешь, как устаешь. Такой большой праздник спорта, как ярославский полумарафон «Золотое кольцо 2015» проходит в нашем городе уже второй год подряд. А значит, это уже традиция. Самое лучшее, что мы смогли сделать, это вот эту хорошую традицию сохранить. И я уверен, что за первым, вторым появится третий, пятый и так далее. А количество людей, количество гостей, ну, это зависит, опять же, от удовольствия, которое они получают, побывав в Ярославле. 6 этапов серии «Бегом по Золотому кольцу» позади. Но на этом беговой сезон в Ярославской области не заканчивается. Уже в это воскресенье в Ростове пройдет полумарафон «Ростов Великий». Рыбинец Артем Козлов стал победителем первого этапа Кубка России по шорт-треку, проходящему в Москве. Наш земляк завоевал сразу две медали высшего достоинства на дистанциях 500 и 1500 метров, а также стал серебряным призером соревнований в мужском многоборье. Блеснули на московском этапе и наши девушки. Дарья Розмахова, Ангелина Крупина, Алена Воротникова и Ульяна Лукашова завоевали серебро в эстафете на 3000 метров. Ярославский мотогонщик Виктор Завьялов стал чемпионом России по кросс-кантри-ралли. Заключительный этап чемпионата и Кубка страны прошел в минувшие выходные в Волгограде. В этих соревнованиях приняло участие 9 мотоциклетных экипажей. За два дня гонщики преодолели около 800 километров по бездорожью. В итоге на финише наш земляк уступил лишь астраханскому гонщику Дмитрию Миремьянину, став вторым. Однако по итогам всего соревновательного сезона Виктор Завьялов завоевал главный приз и звание чемпиона России.
В Ярославль вернулись триумфаторы волейбольного молодежного первенства планеты, проходившего в Мексике. Блокирующий Ярославича Михаил Моров и тренер-аналитик нашей команды Владимир Хроменков стали чемпионами мира в составе сборной России. С победителями встретилась и наша съемочная группа. Тихуана, Мексика. Пятая решающая партия финала молодежного чемпионата мира. Только что сборная России совершила невероятный камбэк, отыграв у оппонентов аргентинцев 2 сета. И вот он, момент истины. Вот они, новоиспеченные чемпионы мира. Блокирующий Ярославича Михаил Моров и тренер-аналитик Владимир Хроменков только сегодня ночью добрались до Ярославля. Признаются, в дороге эмоции поутихли. Зато усталость ощущается как никогда сильно. В залах было очень жарко из-за того, что каждый день было по 4 игры. И игры шли подряд. Как таковой вентиляции особо не было. И поэтому было очень жарко и тяжело. Ребята просто молодцы, вот проявили настоящий русский характер, когда не опустили руки после 2 провальных сетов, подняли голову, выиграли. На мексиканском турнире россияне не потерпели ни одного поражения. В 5 встречах из 8, одержав победу в 3 сетах. И это еще не оптимальным составом. Вообще, нынешнее лето выдалось для российских молодежных дружин весьма урожайным на медали. Мы заняли 3 первых места. Это универсиада прежде всего. Затем чемпионат мира U23 до 23 лет и до 21 года. То есть резерв показал, в принципе, максимальный результат, который был возможен. Мы выиграли 3 золотые медали. И плюс мы выступали молодежной командой на первых европейских олимпийских играх в Баку, где команда заняла бронзовые награды. Я считаю, что это большой успех нашего резерва. Теперь, когда страсти на международной арене поутихли, самое время сосредоточиться на делах внутрироссийских. Тем более, что старт нового сезона уже не за горами. Ну а баскетболисты команды «Буревестник» на этой неделе побывали в гостях у воспитанников Ярославской школы-интерната номер 9. Дети при виде 2-метровых великанов-спортсменов сначала растерялись, но вскоре освоились и буквально засыпали гостей вопросами. Игроки «Буревестника» рассказали школьникам о своей команде, о том, чем баскетбол отличается от других видов спорта, а также показали, как нужно правильно обращаться с баскетбольным мячом. Многие школьники не скрывали, что впервые вживую общались с настоящими спортсменами. После встречи ребята пообещали, что теперь обязательно придут поддержать «Буревестник» на домашние игры нашей команды. У нас с библиотекой имени Некрасова составлен совместный план на целый год. Цикл такой «Встреча с интересными людьми». Это сегодня была первая встреча. Вот пригласили мы спортсменов. Ребятам очень понравилось. Мне лично очень понравилось. Дети... Очень жалко, конечно, что они немножко стеснялись, да, спрашивать, но все, что они абсолютно спросили, было интересно, вот, забавно и очень приятно было с ними пообщаться. Это была программа «Я плюс спорт» и я ее ведущий Михаил Журавлев. Живите спортом и оставайтесь с нами.